Я не знаю, как он называется точно. Это 19 век Форд. Или Фурс. Майле. Фурс. Не Фурс. Да, Майле Фюрс. Да. Ну, мы находимся примерно на высоте 2000 метров. Ну, еще надо метров 20 подняться. Надо еще одно сказать. Это сейчас не Кайзер. Как мы тоже немцы были, это сейчас французские. Да, это французы строили в 19 веке. Ну, у них тут постоянно это подготовка к очередным войнам. Посмотрим, как они там готовились. Вот так вот встречает нас форт. Ну, видно, что тут камушки укладывали старательно, да? Я думаю, там внутри его тоже есть. Здесь такая-то маленькая защитная позиция на этот упустись, и там тоже лайнов лишний. Что если мы вот тут зайдем? Тут выглядит крыша покрепче. О-о. Тут мы не пройдем. Тут мы не пройдем. Ну давай, я первый пойду. Если что. Шлем одел. Ну, от такого бурбуля шлем сильно не поможет. Давай. Такие бурбули тут висят. Но тут уже лучше. О, Женя, тут видишь, как встречает всех. Есть? Давай, начинай. Вот так вот выглядит основной вход, но его, видно, заложили камушками, да, страстворчиком. А мы вот тут вот пробрались. Здесь видно два бойницы, такие защищаются. А, точно, давай посмотрим снутри. Да. Вот они вообще какие бойницы. О, смотри тут. Вот бойницы. Вот бойницы. Вот бойницы. Но это бойницы ближнего боя. А это 19 век, да, здесь просто такие расстрелять с винтовками. Да, здесь все стояло с винтовками. Здесь такое. Да, в общем, пулемет сюда не воткнешь. А тут что-то дверь заложили, да, Женя, смотри. Тут высокое помещение. А там? Это куда дверь шла? Да. Здесь, наверное. О, тоже высокое. Окей. Здесь вот тоже что-то такое придумали. А тут вот какие-то камушки сверху прилетели. Смотри, это классная такая. Да, здесь целый культурный зал. Можно было танцевать, плясать под открытым небом. Хочешь в ту сторону пройти? Смотри, там эти дырки. Да, тут такой огородик даже уже вырос. Да, тут подвешивали. Я знаю, на этих штучках висели бревны. Там люстры висели, освещение, наверное.
Но мне, конечно, интересно, что они тут делали, ну, такого дальнего. Дальнего вооружения. Тут же где-то они пушки выставляли, Женя. О, птичка сидела. Это вот мы обследовали правое крыло, да? Я думаю, здесь были такие склады. Наверное. Галерея куда-то идет. Давай посмотрим. А, там что-то было, это дверь. И засыпали, да? Засыпали. Я думала, там что-то подобное склад было. Здесь тоже. Да-да-да, хорошо видно. Склад его так. А, папа, здесь защитный. Пробили его как-то. Ты защитная. Очень опасно, может упасть, а вот какие-то защиты. Ну да, все потрескалось. Угу. Ну да, это тоже, как они называли в Вагнере, кофр. Угу. С боковым обстрелом, да? А у них по-другому было, у них там было, здесь сейчас у этого кресла. Угу. А ну опять под винтовки. Смотри, папа, на эту вот, по прострел защитной канавы. Мы на эту штучку стреляли. А, ну давай дальше идем. Ну это вот их, скорее всего, тут таких кофров, наверное, много. Штуки 3-4, да. Я думаю, 4 валят, а на 7. Хотя 4 Интересно, что центральная зона открыта для воздуха. То есть в 19 веке еще не знали, что такое бомбы с самолетов. Не знали, что такое отравляющие вещества. А это что, верхний уровень? Давай попробуем. Может, у нас получится на крышу выбраться. Это сейчас еще хорошо валит, это все. Только смотри, не подскользнись. Давай здесь. И я хожу, там тоже хожу. Хорошо. Кто-то эти ступеньки отодрал, оторвал, что ли? Вот, видишь? Здесь заборчик обнесли, чтобы туда, в дыру, зевака не провалился. Тут вот огородики, которые мы видели. Ну и все, да? Пойдем на тот угол посмотрим. То есть здесь эти будки. Да, здесь, может быть, была подача снарядов, а тут стояли пушки, Женя. Да. Как на бастионах. То есть, мало. Не было. Да. Поэтому нападение сверху не ждали. Они просто инфантерию строили. Ну вот, получается, они там простреливали кофром. Два кофра. Ага. Это и это.
Там один, это и это. Да. Ты это ощущали? Ну, получается, что тут не так уж много места, да, Жень? Да. Ну, давай пройдем туда еще. Это интересно. Ага. Интересно, мы сейчас французские увидели. Ага. Здесь стояли пушки, как-то говорили. Во, а тут тучки ушли, красотища. Но вон там, вон Женя, вот. Там следующий соседский посмотри, форт. Это еще идет. Ага. Сейчас мы под, а чуть-чуть мы ничего увидим. Ага. Ну вот, вон дорога, по которой мы ехали. А этот, видишь, да. Планковаль. Видно или нет? Не видно. Планковаль, он здесь, на этом юге. Думаешь? Ну ладно, как скажешь. Нет, ты не знал. Ну все, давай тогда рунда шлиса. Это надо одно сказать. Мы три штуки сегодня посмотрели. Ага. Ну он... Получается... Да. Он выглядит, конечно, по плану большой, а внутри он совсем такой скромный, да? Ну, я вообще думал, что вот это все, ну, имеет этажи. А тут получается только вот это вот, вокруг вот этого огородика. Ну вот тут еще можно было тоже лежать с винтовками на этом, на брудствере. Тут вот подача наверх снарядов. Ну или того, что тут, ну, снизу наверх. Это мы подсвечивали. Ну да. Ну все, спускаемся, да? Да. А, тут в эту сторону. Ну тут уже так скромненько. Но с другой стороны, жить на 2000 метрах зимой как-то тут. И здесь может позиция быть, пушка. Да какая пушка, Женя? Стрелялки и все. На меня смотри. А подожди, еще. Я вот хотел еще видео сделать про железо. Вот железо. Вот железо. Жди. Это держался второй этаж. Потом еще железо есть. Смотри, папа, здесь дверь тоже была. Ага. Железо было. Железо было. Потом я там еще видел подъем защитного щита типа мостика. Вот тут оно тоже, это железо 19 века. И потом тут такой засов был вертикальный. Вот, ну вот так вот выглядят бойницы нижнего боя. Тут такой бетон слабенький. Это не так очень, это очень мог стрельнуть. Это очень тоже мог. Бойница вниз. Опять бойница вниз. Бойница тоже вверх, прямо вниз.
Это здесь самое. А это вот на тот угол идет, да? Да, ну в общем получается двумя такими кофрами они обстреливали, могли обстреливать. А уж что они там делали? Воевали, не воевали, неизвестно, да? Ну еще давай пойдем посмотрим, может нам повезет с хорошей панорамой. Посмотри, папа, видишь, здесь ты не можешь залезть. Видишь? Да, тут, конечно, шансов нету. Ну, лестницу надо и всякое такое. Под обстрелом.